Украина требует от Ирана предоставить всю информацию для непредвзятого расследования катастрофы самолета МАУ. Кроме того, Киев ждет подтверждения ареста шести причастных к падению Боинга. До конца месяца Иран пообещал отправить в Украину одно из вещественных доказательств. Предварительно речь идет о летном планшете экипажа. Міжнародне право, зокрема Монреальська конвенція, яку ратифікував Іран, зобов'язує об'єктивно розслідувати причини авіакатастрофи та надавати повну та неупереджену інформацію. Факт збиття цивільного літака та вбивство 176 пасажирів та членів екіпажу не може бути державною військовою таємницею. Чим постійно апелює Іран, пояснюючи ненадання інформації. Ранее Иран заверил, что готов как можно скорее завершить техническое расследование. Следующий раунд переговоров по авиакатастрофе состоится в конце ноября или начале декабря. Боинг 737 авиакомпании МАУ, следовавший из Тегерана в Киев, сбили 8 января этого года. Погибли все, кто был на борту. 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Иранские власти признали, что авиакатастрофа произошла в результате ракетной атаки.